Кукин, ровно. А эти цветочки я делала сама. Целую ночь делала, да. Чтобы было красиво. Вот так. А это будет вот так. Вам нравится? Очень. Степан Иванович, попросите его. Товарищ, вам чего? Мне? Выпить и закусить. Платонов, Роман Гаврилович. С ума сошел, да еще с железкой. А кто велел на кухне тройник сменить? Две смены отгрохали, а снегоочиститель и носорог все-таки починили путейцам. Подарили к Новому году. Сам ты носорог. Магдалина осудит. Скажет, не заботься о муже. Нет, 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 это туда, туда, туда. Что потом, туда? Потом, да, 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 туда, Господи. Потом. Остынет рано. Пардон. Пардон-то пардон. Только какая курица сообразила зал столом перегородить? Что ж, на ту сторону мне теперь на карачках пролазить? Ну, пройдите к буфету, там есть, там организован проход. Прогуляйтесь. Я, к вашему сведению, не беременный, чтобы вдоль столов прогуливаться. Не спорь с ней, Роман, да не я спорь. Не спорю, я не спорю, но факт налицо. Пятерку содрали, да еще под столом лазь. А женский пол командует, добра не будет. Зало перегородили, пожарную безопасность нарушили. В Бристоле помню. Столы для банкета скобой собирали. Вы хотите сказать, покоем? Буквой П. Да, покоем буквой П. Ну, так в чем дело? Подожди. В чем дело, товарищи? Давайте все переставим. Не надо, я прошу вас. Смотрите, какой коллектив. Как это? Все со стола снимать, что ли? Ну и что? Вы, например, берете шефство над этими, как их, кувшинками? Это не кувшинки, это чайные розы. Плоды моей бессонной ночи, товарищи. Ну хорошо, хорошо, розы так розы. Клаша, организуй своих подружек убрать этот винегрет и разную петрушку. Молодой человек, а вам что, особое приглашение надо? Будете отлынивать, отправим на станцию снег разгребать. Степан Иванович, уймите его, вдолбите ему. Это инженер Воробьев, а не лакей. Это инспектор путей сообщения из Москвы, между прочим. Минутку, товарищ. Что? Вы твердо уверены, что мы завершим перестановку к полуночи? Давайте не будем дискутировать. Конечно, завершим. А не завершим, так невелика беда. Будем встречать Новый год по московскому времени. Вместе с товарищем Сталиным. Возражения есть? Нет. Бери тарелки, ставь на пол. Кукин! Почему вы не свистите? Блюститель вы порядка или мокрая курица? Почему вы позволяете командовать этой рыжей заразе? Извините. Вот тебе! Товарищи, товарищи, ну давайте веселей. Берите все и ставьте на пол. Thank you.
Ну, как в сказке! И друг дружку видать, и потопать нельзя! Упа! Сюда бы фонтан и натуральный алькамбра. Роман, времени сколько? Прошу, мои спешат. Вон у напарницы спроси. У нее золотые. Да они у нее еще до революции остановились. Букин, открывай форточку, товарищи! Будем слушать бой с каланчи! Глаша, приглашай напарницу. Да не пойдет она, осерчала, спасу нет. Что значит осерчала? Вон медведя приволокли, а ее не притащим. Рома. Своя! Ой. Пошли! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дети! С Новым годом! Лампочка, с Новым годом! С Новым годом! Что такое? Разрешите представиться. Инженер Воробьев. Да. У меня к вам нижайшая просьба. Вы случайно не знаете романс? Очаровательные глазки. Ой, кто же его не знает? У меня к вам нижайшая просьба. Исполните его для меня. Я? Ну, я одна петь не буду. Пой. Я одна петь не буду. Ну, пожалуйста. Пой. Ну, такой голос нельзя взрывать в землю. Ну, если хотите, я перед вами на колени встану. Ой, не надо, что вы, что вы. А давайте все вместе споем. Все вместе споем. Все вместе. Очаровательные глазки очаровали вы меня. Вас много жизни, много ласки, вас много страсти и огня. Вас много жизни, много ласки, вас много страсти и огня. Каким восторгом я встречаю твои прелестные глаза. Ну что-то в них я замечаю, они не смотрят на меня. Ну что-то в них я замечаю. Опущусь на дно морское, я поднимусь за облака, отдам тебе я все земное, лишь только полюби меня, отдам тебе. Браво! 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 Мы его не видела? Если не ошибаюсь, он отбыл. На английский манер не простивший. Клавочка! Браво! Браво! Нагулялась? Нагулялась, напелась.
Страху натерпелась. Ром, а ты чего сбежал-то, а? Ром. А вот чего. Подавай заявление и уходи с работы. О, Рома, ну как же мы на твой парк максимум-то жить будем? Ну ладно. Хорошо, тогда я уйду. А ты? Ты пой со своим командировочным. Все. С Новым годом. С новым счастьем. Рома! Что такое стряслось-то? Ну, что такое-то? Рома ушел. Я для него очаровательные глазки спела, а он... Ну, а вот. Он... Нет, ну разве можно мужей таскать на служебные вечеринки? Вопросик у меня к вам, гражданка Платонова. В порядке подготовки к чистке. А где муж ваш? На работе. Куда отлучается по вечерам? Господи, на сверхурочку. Да вы не бойтесь, не бойтесь. Дома всегда ночует? А как же? А другая женщина есть? Что вы, была бы, я бы знала. Почему один ребенок? А, был. Был у меня один. В 21-м году умер. Почему кровать с шарами? М? А что, нельзя? Это мамина кровать. А откуда комод? Это я не знаю. Вот въехали, стоял здесь комод. Стоял. Почему нет портретов вождей? Есть. Вот, пожалуйста. Ильич газетку читает. Правду. Я имею в виду настенные портреты. Значит, дополнительных показаний дать не желаете? Нет. Имейте в виду, нам все известно. А за ваши показания будете отвечать. Чего еще? Заговор. С тебя трешка. Теперь еще слушай. Хожу я раба Клавдия, хожу круг мужа моего Романа, кружу не перекрестясь, заговариваю в доме чертищу, чертищу. Ты че так поздно-то? А? Да, солнце к лету. А перемен все нету. Это что такое? Мама, стирать принесла из столовой. А. В понедельник 19:15 у клумбы. Целую. Главное не выказать подозрения. В понедельник 19:15 у клумбы. Эви, это же завтра. Это же завтра. Главное не сорваться. Чего? А? А ничего, сынок. Учись, работай.
Бедолага ты мой. Слушай, ты знаешь, я завтра, наверное, поздно вернусь. Я тоже припозднюсь. Магдалина просила подменить. Что-то из окна дует. А? Не простыл бы, Рома. Я кровать отодвину. Чего не спишь? А? Не сплю. Стирать наладилось. Ага. Да. Давеча вот не могла. Пальцы обожгла. Обожгла пальцы. Ну, а за каким лешим меня по комнате катала? М? Когда? Да ничего, на кровати. На какой кровати? На железной, шарами. А, двигала монетика, чувяки искала. Чувяки искала. Ну, а за каким лешим дым напустила? М? Какого дыму? Тебе виднее, какого он, Митька не прочихается. О, простыл должно быть. Вот сколько раз я говорила. Не крути. Сколько и раз говорила я. Зачем напустила дыму? Не напускала, Ром, я никакого дыму не напускала я. Ой, Рома, тебе привиделось это все во сне. Привиделось. Пройдем. Ром. Пройдем. Ну что, во сне? Или наяву? Любовника завела. Говори, кто подначил. Не назовешь фамилию, инициалы, вызову милицию. Ха, хорошо. Не желаете? Так и запишем. Мам, да скажи ты ему, чего он хочет. Не надо милиции. Лежи, сынок. Лежи, папа шутит. Спи. Я этого дела так не оставлю. Говори, кто подначил. М? Платонов Роман Гаврилович. Что, Роман Гаврилович? Ты. Роман Гаврилович. Сдурела я от твоей ревности. Тут не только Бога
чертищу вырвать готова. Меня ты не жалеешь. Ну, Митьку. Митьку пожалей. Он же понимает все. Ты мне шарики-то не крути. Ты мне шарики-то... Я его выслежу. А как я его выслежу, я ему ноги-то повыдираю. Из того самого места, где спина кончает свое приличное название! Я пойду, но прежде объяснимся. Только не пугайте меня, дорогой мой друг. Волнение у меня вызывает приступ эпилепсии. Я сейчас все объясню. Понимаете, с той новогодней ночи, когда я ее проводил... Так ты ее и домой провожал? Да, не стану скрывать, да. Я проводил ее домой и готов кричать городу и всему миру, что та незабвенная ночь была ночью чудного слияния двух созданных друг для друга одиноких душ. Я обожаю ее. Она помогла мне найти себя. В одиночестве я был робок, с ней не страшусь ничего. В одиночестве я был слеп, с ней прозрел. Я увидел то, что смутно предчувствовал. Ведь мы живем в переломное время. Грядет новая, великая революция. А нашей революции, выходит, тебе мало, да? Да не о том я, черт возьми! Неужели вы не видите, что НЭП провалился? Вы помните задачу, которая была поставлена перед вступлением в НЭП? Задачу решающую, все впереди себя исключающую. Какую? Установление смычки между экономикой, которую вы начали строить, и крестьянской экономикой, которой живут миллионы и миллионы крестьян. Но... НЭП выполнил эту задачу? Нет. НЭП провалился. Пропасть между рабочими и крестьянами расширяется. Серп обнимается с молотом только на гербах и знаменах. Вместо смычки получилась размычка. А грядет голод. Единственный выход есть новая революция. И в этой будущей революции я уже не стану бегать на цыпочках. Нет. Я займу подобающее мне место. Я рванусь через серник звездам, как говорили древние римляне. И она станет моей путеводной звездой. Мы вместе с ней пойдем к нашей цели. Она что, согласилась с тобой туда ехать? А ну, ступай на клумбу! Я понимаю, вам тяжело. Но каково мне? Давайте разумно поговорим, друг мой. Поверьте, она вам не нужна. Я же видел, как вы обращались с ней в новогоднюю ночь. У меня сердце кровью обливалось. Спасите нас! Подарите ее мне!
Она ступит со мной из буфетного прилавка и станет моей Модестой Миньон. Ванчуга! Варюга! Получай! Варвар! Убью! Пардон, кажется, у меня начинается приступ. Люблю, дорогая. Что с ним? Иван Иванович, миленький! Иван Иванович, убили! Сама ты где? В церкви. Чего она там навидала? Али, поп кучерявый? М? Молиться пошла, чтоб карточки отоваривали, а то вместо мяса соевую колбасу дают. Ну, по этому вопросу не Богу надо молиться. Кому, тебе, что ли? Ясно дело мне. А малый где? Спит твой малый на балконе. Уж не знаю, чем тебя угощать. Вчера он... Пискарей наловил, так ты чай побрезгуешь. Вон, а куда докатились. Рабочий класс не кошка. Его пискарями не прокормишь. Куда ты, партийный секретарь, глядишь? Бывший секретарь. Ничего, злей будешь. Да, докатились. Кооперация керосинок, и тех нету. В гражданскую войну этого дерьма было завались, а теперь за керосинкой в Самару надо ехать. Куда ходиться? Надо выручать государство-то, а не разводить контрреволюцию про пискарей. Ну давай, выручай. Ты же рабочий класс. Друг на дружку будем валить, от этого товару не прибавится. Ты что, серьезно, что ли, свояк? А вот как хошь, так и понимай. Че, меня в частную лавочку втравить хочешь? Почему в частную-то? Твое дело ребят найти, дать задание. Крась поставим Митьку. Сараюху его запрем, чтобы никто не видал. Пущай привыкает к полезному труду. Ты меня не подначивай. А ну, вали, откуда пришел? Ну, как хочешь. Все ж таки подумай. Об себе не хочешь? Так о своей семье надо позаботиться. А клав твоя не в церкви, а на толкучке толчется. Теплушку плюшевую загоняет. Я мимо проходил, вроде не увидал. Совестно. Из-за тебя, из-за твоей ревности Магдалина выжила клашу из столовки-то. Где взял? Премия. Так что бери клаш ножницы и крои себе, хочешь сарафана, хочешь еще что. Метраж 4,80. Ишь, какой прыткий. Нюра! Ой, краса! Ослепнул. Это откуда вы? Нет, это где дают-то? Ты где брала-то? Гляди-кась, как картинка. Тюрьма нарисована, буквы золотые. Ой, красота! Ну, где тюрьму-то видишь? Это фабрика нарисована. Так вон и пломбочка свинцовая. Ну, английский текстиль. Ты где брал, Гаврилыч? Брал. Вручили в торжественной обстановке. За ударный труд. Вот. Я вручаю эту премию клаше в знак признания моей дурости. Пускай сарафан шьет. Ну, какой сарафан? Это ж не отрез.
А платки? Платки на голову. О, видишь, полосы. И что ж выходит? Выходит, он меня обдурил, что ли? Кто Рома? Да ты что? Платки-то лучше, чем сарафаны. Вот, смотри, тут целых 4 платка. Отрежешь по белой линии, подрубишь и будешь на рынок ходить. Вся тебе улица позавидует. Ты что? Носить Нюра надо не на зависть, а на радость. Неужели все 4 себе оставишь, а? Уступи мне один, а? Я тебе туфли отдам. Ненадёганные. Ой, у меня суп сбежит. Ну? Скажи мне, Рома, где ты его взял? На какие деньги? Опять 25. Я ж тебе сказал, премии. Раз, два, три, 4, 5, 6, пап! А я знаю, зачем ты меня сюда позвал. Зачем? Ты меня сюда позвал керосинки красить. Вот тебе на. Кто тебе сказал? Никто не говорил. Я слышал, как тебя дядя Скавронов учил. А чё ты молчишь? Язык за зубами держать надо. Вот я и держу. А мама? Мама все равно тебя любит. Что она у нас без работы осталась и от людей прячется. За это меня, дурака, за ноги повесить мало. Ты ведь скоро вырастешь большой. Береги мамку. И давай подмогни. Что с тобой? Что с тобой? Где ты выпачкался так? В отряде. Вожатая велела забор красить. Какой забор? Какой-какой? Обыкновенный забор. Что ты мне врешь? Опять на крышу лазил, голубей гонял? Не говори, Роман Гаврилович. Сейчас он тебе уши-то вытянет. Витька! Гляди, какая теперь у меня игрушка есть. Теперь нам никакая Магдалина Аркадьевна не страшна. Руками не хватать. В заградительный отряд еду. Командировка. Начальник заградительного отряда. Кулаков бить. В 5 утра выезжаем. Папа, с тобой можно? Ты его дома сиди, он мамку охраняй. Собрала бы что-нибудь пожевать, что ли, а? А ты кровь с носа, чтоб за 3 дня все выкрасил. Даже поклевать не забудь. Ты чего я такой невеселый, а? Худые наш дела. Ой. Деньги возвращать придется. Деньги? Какие деньги? Сколько? 300. Не отдадим под суд. Мы с Романом вышли, подрядились керосинки мастерить. Аванс взяли. Вот договор. Ты что мне голову-то морочишь? Какие керосинки? О, написано, жалюзи для витрин. О, затребечало! Я предъявляю керосинки. Мне дают расписку. Получены жалюзи. Соображать надо. Ну и предъяви керосинки. А где же их возьму-то? Шестеренки ребят запороли. Краска, понимаешь, отваливается от воздуха. Ну и за это под суд. А как же? А вам взяли, а товар-то не предъявили. Это что, и Романа вам взял? Роман мануфактурой взял. Ну ты пойми, нас было всего 7. Токарям 60 рублей. За кожухи тоже 60. Краски на 15 рублей. Ну что ты за мужик, Степан, такой? Сам под воду других тянешь. Дальше поезжай. В глухую деревню. В самую глухомань. Там такой красоты сроду не видали. Там нынче скот режут. Так ты не продавай, а на мясо меняй. Мясо привезешь, продашь, больше выручишь. Понятно, не вот мясо-то. Скоро вы там. Сейчас, сейчас, сынок, сейчас. Ну-ка, подмогни. Тепло. Руки свободные.
И не видать, что несешь. Угу. О. Ну, Клаша, умела очаровательные глазки петь, умей денежки добывать. Ну, с Богом. Обратно буду в 17:20, не опаздывай! Мы-то не опоздаем! Смотри, ты не опаздывай! Ладно! Иди! Счастливо! Мама, гадай, а зачем в степи жердины? Кто их знает? А чтобы зимой, когда снегом засыпет, можно было дорогу найти. Вон ты, у меня какой умный. Смотри, какое село большое! Идем, идем скорее. Зайдем? Ага. День добрый. Хозяюшка, мы вот... Пойдем, сынок, здесь жадные. Здравствуйте. У нас открыто. Заходите. Пошли. Здравствуйте. Здрасте. К начальнику милиции, что ли? За нами будешь. Ну, чего стоишь? В ногах, правда, нет. Хозяйка пошла козу доить. Да, скорбился ты, Егорыч. Они у твоего благодетеля хозяйство разорили, молотилку отобрали, а ты к нему служение нанялся. Какой он благодетель? Живоглот он больше никто. Чего его поминать? Ха, тебе ли его судить, Егорыч? Ты он поди 6 лет из его миски щи хлебал, фуражка на тебе ивоная, а ты его живоглот. Вот будь он сейчас здесь, ты б небось язычок-то прикусил. А чем мне бояться-то? У меня теперь ружье с патроном. Живоглот он больше ничего. Господи, да ты кто? Ни рыба, ни мясо, ни галифа, ни ряса. А ты в данный момент арестант и конокрад. Это я конокрад? А то кто же? Да какой же я конокрад, если я своего собственного коня в конюшне взял, а? Нет, ты мне скажи, был договор? 2 дня в месяц имею право брать. Был? Был, да сплыл, председатель отменил. А я взял. Ха, не, его назначили сторожем на конюшне, он взял да проспал. А я, к твоему сведению, не сторож, а член правления. Что принесла? Что дрожишь-то? Небось, свое не ворованное. Пойдем погляжу.
Мам, давай возьмем, а? Ты заноза, ты. Мам, ну давай возьмем. Мам, ну возьмем. Она мне еще тичная. Она возьмем. Эту несушку так не выпустит. Точно ощиплет. Ну, давай возьмем. А ну, мам, ну возьмем. С города? С города. Да сиди, сиди, не в школе. Куда возьмем? Надеюсь, не дадим. Вот приедет милиционер. Он тебе покажет несушка. Допрашивает, ровно он тут самый главный. Арестант. Беляк недобитый. Батька живой? Живой. Мам, ну давай возьмем. Мам, давай возьмем, мам. Уйди, надоело. О, одно ощипали. Зайди к своей мамке и скажи, пойдем отсюда. Здесь мы хозяева жадные. Так и скажи, жадные. Зайди, а то моя донча базарить будет. Выгонит. У меня уж ноги не идут. Отец-то у тебя кто, портфельщик? Нет, не портфельщик, а слесарь 7-го разряда. И секретарь партийной ячейки, к вашему сведению. Ух ты, ты гляди, Егорыч, секретарь. А чего же это вы пешим ходом прибыли, а? А потому мы прибыли пешим ходом. Потому мы прибыли пешим ходом, что у нас нету привычки колхозных лошадей воровать. Здорово он тебя уел. А ну, повтори. А ты, Михеич, чем ребят дразнить, забил бы мне Ярочку? Будь такой добрый. Ножи острые. А как же. Стой! Сядь и сиди. Пойдешь, хуже будет. Будешь сидеть, пришьем только на кратство. Отлучишься, добавим попытку бегству. Понял? А чего ее резать-то? Пущай берет живьем. Дом забьют. Живой? А чего я ее живой в мешке понесу? А зачем в мешке? На поводу, на веревочке. Она у меня Ярочка смирная, моя сковокота. Мотик, покажи-ка. Задаром я почти отдаю. Добавь 3 рубля за шкуру бери. Да что вы? А зачем мне шкура? До города я ее не доведу. Справки-то нету. У нас ее любой отберет. Ничего, сейчас приедет папа, будет справка. А по городу как? Как я поведу по городу? А очень обыкновенно. Сажай своего пионера верхом, а сама поспевай за ним со справкой. Тоже, небось, партийная. А тебе-то чего? Жевать всем надо, и партийным, и непартийным. Ну-ка. Так вот пусть партийные сами себе баранинку ищут, ежели им жевать приспичило. Засели по кабинетам, а ребятишек по степи гоняют. Достигли голодухи и попрятались. Мой папа никуда не прятался. Мой папа, если хотите знать, целый месяц дома не ночевал. Митя, молчи. Мышей по сусекам гонял. Нет, не мышей. Не мышей. Он был начальник заградительного отряда. У него было 2 красноармейца и наган, к вашему сведению. Да это уж, конечно, разве ж без нагану коммунист возведешь? Тяжелая работа у твоего батьки. Тяжелее вашей. Его чуть не убили. Батюшки, это ж как? Митя. Очень просто. Сидят они в заграждении. Делят паёк. Глядят, дороги под воду с мешками. Довольно болтать. Никому не интересно. Это почему не интересно? Очень даже интересно. А вы не перебивайте. Знаете и помалкивайте. И ты, мам, не перебивай. В общем, обоз был фальшивый. Про это еще Степная правда писала. Но тогда еще никто не знал. И папа не знал. Корсу много. 5 телег, а кумача как на 1 мая. Едут и едут паразитные элементы. В главной подводе лозунг. Даешь хлеб пролетариату. По дуге бантики, флажки, в гривах ленточки. Тут папа и говорит. Давайте-ка, ребята, пропустим их через сито. Вышел на дорогу, встал. А на мешках дед масластый. Длинный, как складной аршин. А на гимнастерке у него орден Красного Знамени. Тут папа вроде бы дуриком и спрашивает. Где дед воевал? У Чапаева или у Суворова? А орден-то, небось, не егоный. Ну хорошо, если вы такой умный, пожалуйста, рассказывайте. Пожалуйста, да, продолжайте. Да не серчай ты на нас, щунарей. Давай дальше. Давай. Мить, пожалуйста, рассказывай. Мы больше не будем. Ну ладно, последний раз. На чем мы остановились? На гимнастерке. На гимнастерке? На гимнастерке орден Красного Знамени. В общем, орден был не егоный. Понятно? Снятый с убитого и привинченный для обмана. Вот папа его и спрашивает. Ну, так где ж орден-то взял? У Чапаева или у Суворова?
а тетка, которая в лентах, подскакивает. Кто такой? Какое имеешь право держать обоз с продовольствием? Папа предъявляет мандат. Начальник заградительного отряда Платонов. Митя, кто догородишь, хватит? Нет, обойди, гражданка. Пусть ей доскажет. Сказка-то больно завлекательная. В общем, говорит папа. Я вам документ предъявил, а теперь вы мне. Сопроводиловку, будьте любезны. Лысый подходит. А у меня нет. А где ж она? У старшего, а старшой где? В хвосте! Папа хладнокровно следует к задней подводе. Беги, валится, дед выпал совместно с орденом. Сынок, я ухожу. Папа велел красноармейцам окружить фальшивых колхозников. А сам за лысым, встерь, с полверсты бежал. Полынь, верблюжья колючка. Ну, пострелял немного, нагнал все-таки. Ясно, догнал. Разведчики ускачешь. Тебе чего сказано? Не сбивай. Гляди, берданка, вот она. Сиди, ни хрена не рыпайся. Ну вот, стой! Нагнал. Показал нога. Лысый ладошки поднял. А тут, ровно из-под земли, парень со второй подводы. В руках вилы. Ничего не соображает. У папы дальнобойное оружие, он унес вилами. Пока папа на него отвлекался, лысый обратно в степь. Папа хлопнул ему в левую ляжку. И уложил. В этот самый момент подкрадывается к нему орденоносец. Папе его не видать, поскольку он подкрадывается со спины. Все внимание у него на вилы. Орденосец набрасывается, обнимает его сзади, прижимает обе руки. А этот на него с вилами. Орденосец прижал руки и не дает стрельнуть. Не дает, в общем, принять исходное положение. Прижал и приказывает. В пузо его, в пузо. Тот вилами тычет, а папа поставляет орденоносца. Вынуждает его заслонить от него. Тем более лысый оклемался. Замотал ногу кумачом и хромает сюда с палкой. В этот самый момент папа вертанулся, а этот вилами орденоносца упочивал. Он с вилы отвалился. А папа ему, грех, мол, скандалить, кавалер. Тут он и достал Митя. Папу своими вилами. Чуть Митя. Не до кости, выше локтя. Правая рука выбыла из строя. Папа подходит наган в левую руку, прицеливается. А тут дамочка в лентах, слава слонять. Прямо под наган лезет. Лысый бах по кулаку. Все-таки выстрел с расчетом на испуг. Она легла и не отняла. Это тоже Степная правда писала? Нет, это папа сказал. Митя. Но она, знаешь, лежит, он обратно дубиной замахивается, а он нагинается, а он вцепился в ногу, а он замахнулся, а он трах из винтовки. Да кто? Красноармеец, слушать Митя. Надо. Митя. Ну что, они не понимают, что ли, что при папе были красноармейцы? Один подводы оцепил, а другой поспешил папе на выручку. В общем и целом, на все сражение ушло 14 минут. Все, мам, можно топать. Эй, куда собрался? Гляди, убегу. Ну и беги, хрен с тобой. Куда он побег, Михеич? К деверю, куда же еще? Кумовья чай. Твой скоро прибудет? Да вот должен быть он верхом. На фугасе? Ну. А, добрый конь. Бежит, земля дрожит, упадет, три дня лежит. Ты вот что, срочно давай звони своему по телефону. А ты, мамаша, беги, пока не поздно. Да-да. Пойдем, Митенька. А барашка нам не надо. Справки у нас нет, на что нам его? Пойдем. Вот тебе на. Да, сговорились, сладились, а ей не надо. Не надо нам. Ничего нам не надо, и материала не да надо. Ты что? Ну мы же не грабители, бери. Бери, мам, ладно тебе, я его сам поведу. Ты, мамаш, в панику не вдаряйся. А ты, Мотька, сведи-ка их огородами, спусти вниз. Слышь, мамаша? Ступай низом, берегом, на дорогу не высовывайся. Версты две пробежишь, а там паром, перевоз, люди. Ступай, Матрёна. Митя, брось барана. Ты что, мама? Что значит брось? Это же мясо. Все равно, что пачку денег бросить в реку. А я тебе сказала, брось. На поезд опоздаем. И не ори! Интересно, как мы можем опоздать на поезд, если дядя Иван подъедет в 17:20 по московскому времени, а Земля кружится навстречу Солнцу. Поэтому в нашей точке земного шара будет на 2 часа больше, 19:20. Ты бы чем ругаться, срала блазинку, да подстегивала бы его. А я бы тянул. Я тебе сейчас самого стегану. Земля у него кружится, денег у него пачка. Тебе что сказано? А ну пусти барана!
Я тебе сказала, пусти! Господи, что же это делается-то? Есть хочет. Что же мне с вами делать-то? Вон они, вон! Пошли. Но! Но! Не бойся, сынок. Не посмеют. А если ты допрашивать начнет про отца, фамилию или службу, или сами мы откуда? Молчи! Молчи, как зарезанный! Слушай внимательно, говорю! Ты, мам, ничего не знаешь. Ну, мамка, с ней разбирайтесь. Ты ничего не знаешь! Куда и путь держите, кормилица? На станцию, батюшка. Вот, барашка выменили. На станцию спешим. Вот барашек-то, вот. Да ты не боись, не боись. Мы не большевики, не меньшевики, мы в Бога веруем. А я и не боюсь. Не лес, люди кругом. Шумнешь вон, народ сбежится. А, ну и верно, по реке далеко слыхать. Ты уж на нас не серчай, родительница. Вопрос у нас к тебе есть. Какой вопрос? Поскольку мы в потемках живем, а ты городская ученая, вот ты нам этот вопрос и разреши. Про смычку города с деревней. Ой, нет, батюшка, я этот вопрос не осилю. Это я путем газеты-то не разбираю. Училась 3 года, дроби не знаю. И вообще не досуг, батюшка. А я тебе лотком поведаю. Знаешь, как в сказке все расскажу. Было у меня 3 сынов. Старшой, значит, за царя батюшку и отечество голову сложил. И повесили мне на шею сноху Анастасию и 2 молодцов. А среднего в прошлом году взяли за агитацию вместе с бабой. И одних у меня осталось еще 4 пацанов. А младший мой... Федька, вот. А у тебя, небось, один? Один, батюшка, один. Вот тебе меня и не понять. А чего понимать-то? А то не понять, родительница, что нам, дуракам, без снохи нашей Анастасии, царствие ей небесное, с 6 детишками, да это же никак не прожить. А при чем здесь смычка? А при том, смычка, что муж ваш некрасиво поступил. За что он Анастасию смертью казнил? Никого мой муж не казнил. У него рабочая специальность, слесарь. Он сроду в палаче не нанимался. Некрасиво поступил. Вот пущай теперь приедет. И разъяснить нам, как нам, поодиночке мальцов или скопом душить. Никого мой муж не казнил, не срамите! А ну, сынок, подойди-ка. Ты про красный обоз хвастал. О, ой, ничего он не хвастал. Он не знает, он там не был. Так его там не было, отец его и был. Это Платонов, кажись, фамилия его. Ой, а коли Платонова знаете, его и спрашивайте. В город приезжайте, спрашивайте, пойдем, Митя. А вот, как бы, товарищ Платонов, да к нам поприпожаловали, вот хорошо было бы. Так не занято, вероятно, да, погнушается. Нет, нет, не погнушается. Не погнушается. Нет, ой, приедет, он ласковый, общительный. Правда, Мить? Конечно, правда? У него провизионка дровая по всей дороге. О, расскажи, как его тут марают. Бегом прибежи. Да, бегом. Ну вот и сговорились. Ага. Сговорились. Приедет, Роман Гаврилович. Приедет, вот ей-богу. И книжонки вам про смычку привезет. О, книжонки это хорошо. А?
А про пацана не печалься, он с нами поиграет. А? Как же? С кем это? Где кто? Да мальчонка твой. Ничего, он переночует. А как папаня за ним приедет, мы его и передадим из рук в руки в целости и невредимости. Да вы что, с ума сошли, Митя? Пошли! А ну, замолчи! Анастасию-то мою пристрелили, как собаку. Нет уж, родительница, мы хоть и в поле родились, а законы знаем. Пусти ребенка, черт старый! Федька! Держи мальца! А, пущай, пущай, бежит! Мы его ну и мамку в заклад возьмем. Митя! Митя! Погоди, мама! Я сейчас! Бри руки! Ну ты! Вот он я! Дадите постельные принадлежности! Пойду к вам, переночую! Тише! Добровольно! Подумаешь, испугали! Пошли, я не возражаю! О, он не возражает, а я возражаю! Будешь возражать, хуже будет! А вы не стращайте, мы в Советском Союзе живем! Не бойся, мама, ничего тебе сделать не смогут! Никуда ты не пойдешь! Герой нашелся, чего выдумал! Убери, убери руку, укушу! Митя! А ну! Бери барашка и ступай! За меня не переживай! Они меня не тронут! Пусть только посмеют! Ступай, понимаешь? Я пойду с ними. А ты беги обратно, к милиционеру. Он наверняка прибыл домой. Скорее, мамочка, беги к милиционеру. Ну, сучонок! Гарант! Спасите! Люди! Ты что, Федор? Береги отца, пропадете вы друг без дружки. Так просто им это дело не пройдет. Я их достану, бандитов. А меня не станет. Ты расквитайся с ними, сынок. Найдешь душегубов, лишивших тебя матери. Убей. Всегда у вас такой бледный? Нет, не всегда. Горюет. Даже в казанки перестал играть. Пионер. Пионер, Звеневой. Старика хорошо помнишь? Хорошо. Если бы ты его увидел, узнал бы? Конечно. Который? Есть среди них тот, про которого ты говорил? Если признаю, он сейчас же примется позорить папу. Нет уж, хватит. Один раз болтну, маму погубил. Второй раз болтану, за папу возьмутся. За что он? Анастасию казнил смертью. Я спрашиваю, есть тот, про которого ты говорил? Нет. Громче. Который? Ну ты чё, Митька? Язык, что ли, проглотил? Я не знаю. А ты посмотри повнимательней. Я смотрю. Я не знаю. Ну не знаешь ты, нет. Напрасно, мальчик, ты его боишься.
Ты ведь сразу его узнал, сразу, с первой секунды. Двух других не замечал, как будто их и не было. А с крайнего глаз не сводил. Он? Не знаю. Ну, спасибо тебе, сынок, удружил. Пап, можно завтра в школу не пойду? Не пойду. Это что означает? Ты что это затеял, блошиное семя? Хвораю. Гляди, что выдумал. Да кто тебе разрешил хворать-то? Лихоманка у него. Отец на суд побег. А он на кровати разлагается. Куда это годится? А, осерчал. Какое право умеешь серчать? На пролетарии, блошиное семя. Вставай, подымайся. На-ка вот гостиниц, не то сам съем. Чего пристал? Уходи. Это не твоя комната. Уходи! Уходи отсюда! Я мамку убил! Мамку убил, понимаешь? А ты Барбаришку! Секу, секу! Я кулакам проболтался, что папка ихнюю сноху застрелил! Мама 100 раз велела молчать, а я как дурак трепался! 100 раз велела! Вот и все! И делайте со мной, что хотите! Что хотите! Погоди! Ты откуда это вывел? Что старикова стаху именно твой отец подстрелил. Он с кем был? С красноармейцами. 2 человека. Ну, так ведь тоже, небось, стреляли? Стреляли. Ну, так вот. Откуда ж ты решил, что по чью пулю стаха-то угадала? Так ведь папа... Да подожди ты. Папа. Стаха-то, небось, поперек пролетарского дела пошла? Нет. Ее не Роман убил. Ее носила коса классовой борьбы. Классовая борьба, она... Косит народ сплошняком, на полный мах косу запущает. И мамка твоя, если хочешь знать, по ту же косу попала. Знает, не знает, а на суде все откроется. А, сомневаюсь. Мужик не дурак. Если признает, что дрался за барана, то присудят драку и грабеж. За это дело получит 10.
А если сознается, что бил Клашу за сноху, это уже контрреволюция. Вылазка класса у врага. За это дело вышка без всякого снисхождения. Пролетарский суд называется. Человека угробили, им главное барашек. Судья ушами хлопает. Защитник клоун. Народ веселит. Спелись, сволочи. Пап, там не говорили, кто кулацкую сноху убил? Со звояком, небось, толковал. Я, сын, никогда на честного человека руки не подниму. Никогда. Ты мне верь, как мамке верил. Веришь? Верю. Я тебе тоже верю. Я этого дела так не оставлю. Это ж смех 10 лет дали, когда по ним высшая мера плачет. Я сам поеду в эту проклятую Атамановку. Я до корней дойду. Не надо в Атамановку, пап. Не надо. Что значит не надо? Я распущу их кулацкое гнездо. Никого не боюсь. Язык покажу и прыгну.
Ленина, Хрущева. Ты что на столе стоишь? КСМ, мы вместе с тобой, под твоим Ята? Руководством. Я вон это, лампочку чиню. Ну-ка, включи. Под твоим руководством партия... Теперь выключи. Порядок. Ты чё? Заявляем, что проведём всю свою работу под руководством стальной ленинской партии. Да так? Важнейшим партнёром которой является товарищ... Другой ты какой-то стал. А Зариахим даёт обещание перестроить всю свою работу. У нас прыгал как лягушонок. Сейчас ровно штык проглотил. Долг я вам привезла. Гляди. Да ты чё нам? Вам. Мы с мамкой чинили и коптили. Мамка чуть до смерти не угорела. Войти не смеет. На лестнице дожидается. Кстати, холодно. Ничего, я горячий не уважаю. Когда мамка узнала, что у вас тряслось, материал на платки порезала и раздала, кому попало. Почти что за даром, лишь бы с рук дало. Последний я себе выплакала. Митя. Чего? Чего это у тебя веревка висит? Не веревка, а петля. Если б не ты, я в данный момент болтался между небом и землей. Чего смеешься? Чудно. Еды на две недели, а ты руки на себя накладываешь. Фу, наелся. На глаз, не могу больше. Это сегодня. Завтра еще захочешь. А что тебе вешаться? Не ты же виновата, Егорыч. Кабы он не наябедничал, чем бы не было. А кабы усатый не подначил, он бы не побег. А кабы ты не трепался, усатый бы не подначил. Тебя бы не было, я бы не трепался. Ой, батюшки. Да ты никак влюбился. В кого? Сам знаешь, кого. Хочешь, денежку сыграем? Как это? Денежка есть? И так. Давай. Отгадаешь, в какой руке? Я должна тебя поцеловать. А не отгадаю. Тогда ты меня поцелуешь. Ну что, встал? Целуй. Ишь ты, какой хитрый. Разве это игра? Ровно к Богородице прикладываешься. А ты удалый. Ничего не боишься. И целуешься, и вешаешься. А где пятак? А шут с ним, давай так. Скоро я буду на мамку похожа. Ой, батюшки, мамка-то ждет, а я тут-то. А вы то, что сидите, товарищ Сковородов? Скавронов. Не имеет значения. Я по делу Платонова. Как он там? С Платоновым все ясно. Крепко ты меня подкосил своими керосинками, свояк. Барышня, будь такие добрые, нам бы листок бумажки.
Спасибо, очень выручили. Так, Роман, бросай свои дела. Садись сюда, пиши заявление. Просись добровольцем на колхозное строительство. Кулака бить. Чистка подойдет, а тебя ау и нету. Давай. Пиши, пиши. Невиданный политический подъем масс позволяет нам завершить сплошную коллективизацию к посевной кампании этого года. Как ты не любишь, Валентин Сын Сергеевич, конкретности? Не любишь, страшно. Что значит к посевной? Пишем. К 1 марта 1930 года. Вот так. Пойдем дальше. Учитывая огромную тягу крестьянцев в колхозы, проводим месячные коллективизации, с 4% дошли, примерно до 19. С нас Валентин Сергеевич кружком конкретность требует. Что значит примерно? Сколько точно? 16 колхозов, Клим Степанович, не считая диких. Думаю, к февралю дотянем до 20. Нечего голову морочить. Запишем 25. Примерно выбросим. Сколько раскулачили? Клим Степанович, кулаков мало. Что-то собирается. А там это коров доберутся. Горе. Кто собрать их домой, а? Рабочий класс! На Рюфину аппарата. Сейчас иду. Что там у них? Народ бузит. Сейчас разберемся. А ты черт. Знакомьтесь, Клим Степанович. 25-тысячник. К нам на подмогу. Я слушаю вас. Что? Слушаю вас. А. Извините. Так, Платонов Роман Гаврилович. Очень хорошо. В райкоме вам обрисовали вашу задачу? Я свою основную задачу знал еще до райкома. А как вы ее формулируете? Душить кулаков. Очень хорошо, надо подумать, где его поселить. Еще пожелания? Пожелания у меня будет два. Направьте туда, где кулаки не добиты, первое. Так. А второе, чтоб недалеко была школа. Сами понимаете. Тогда знакомьтесь. Фонарев, Емельян, секретарь колхозной ячейки. Ехала полем, полечкам, душа стала колечкам. Ехала песню, припевал, Катьке голос подавал, но холера. Большой колхоз-то? С утра было 19 дворов, а нынче не знаю сколько. Но разбегаются сучьи дети. Ты же секретарь ячейки, что удержать не можешь-то? А как ты их удержишь-то, а? Вон, вы же председатель, товарищ Шевардяев.
Еще в прошлом году приказал записаться в колхоз 24 часа. А тем, кто не вступит, грозил судом рефтрибунала. А сам сбежал? Да не сбежал, пропал без вести. Темное дело. Красный партизан, между прочим. А вот колхозники, те действительно бегут. Не подготовились мы к колхозному строительству. Спрашивают, как платить будем. А я не знаю. Один говорит рублем, другой трудовыми талонами, третий натурой. Ладно, пущай натурой. А из какого расчет? А? По выработке? По едокам? По паевому взносу? Раз хороший председатель, ты мне не подперечь, отобью твою красивую, тебе не устеречь. Ехала полем полечкам, душка скала колечкам, ехала песни припевал, Котьке голос подавал. Чего воешь, касатка? Мужик побил? Нет! А? Беда, Миколаич! Что такое? Кран текет! Откроешь, текет! Закроешь, опять текет! Текет! Текет, текет! Текет! Сделаем! Приходи сегодня, часа через два. Сегодня? Да. Ой, Миколаич! А я ж за сегодня денег-то не назбираю. Деньги прах, касатка. Ну? Забогатеешь, отдашь. А выть ай, не вой. Мужик любить не станет. Эх. Здоров, Гордей Николаевич! Чужой с ним. И с пацаном. Да это не она, не она. И это тоже не она. Ты ж видишь. Это тоже не она. Бог в помощь. Здрасте. Семен Иванович, гляди, каких я тебе двух колхозничков добыл, а? Ну, надевай штаны. Кашки дадут. Папаша, стукну. Здрасте. Здрасте. Значит, это и есть тысячник. В прежние времена тысячниками величали купцов толстопозых. А нынче вот какая худоба. Мы не тысячники. Мы 25-тысячники. Поскольку вы хлебных поставок не тянете, партия призвала 25 тысяч рабочих подымать колхозы. Вопросы еще будут? Будут. Неужто в целой России 25 тысяч? Дерьмовых колхозов. А? Так, собирай свою канцелярию. Давай, привечай гостей. А ты, Макун, хоть сёги голову Семёну не дури. Давай. Да я чё? Вот как Семён Иванович найдёт моё объявление, так я и уйду. Да не объявление, а заявление. Да не желает ладно. Быть в колхозе. Ну нету заявления, нету. Понял? Ну ищи лучше. Ты же сам его своей рукой в июне месяц писал. Ну, и Швердяев резолюцию поставил, пущай, идёт на все четыре стороны. Как меня тогда вычеркнули, я бы тут... Не сидел ли? Ты видишь или не видишь, людей определить надо. Голову морочат, может быть, в читальню. Дам тепло. А где ключи? Настя, где ключи от читальни? Да вроде деду Архипу отдавали. Хе? Дед Архип месяц как помер. Да ты что, Настасья? Ну ты что, совсем очумел, что ли? Совсем очумел? Ключи в бумагах ищешь. Может, они в сенях висят? Манька! Манька! Пойди погляди. Задурил ты меня, честное слово. И с бабой сладу нет. Всю мне документацию извела. То и окна заклеивать, то ребятишек подтирать. Да ладно, шут с тобой, напишу тебе. Новое заявление. Вот. Вот. Хотите, я напишу? А что, Семен? У меня почерк с наклоном. А,
А вот пущай малец и напишет. Ага, вот, вот пущай малец и напишет. Ну-ка, ну-ка, вот сюда, вот к свету. А ты своей рукой резолюцию накладывай. Отпустить с 1 июня. А то жеребца продавать надо. А при чем здесь жеребец-то? Да очень просто. На днях приказ вышел. Дезертиром, бегущим из колхоза, тягло не отдавать. До особого распоряжения. До эпохи коммунизма. Ха. А поскольку Макун-то подал заявление еще летом, его жеребец под приказ не попадает. Ведет колхозного коня из конюшни. И ничего ему не будет. Не желаю быть членом в колхозе. И прошу вернуть мне моего любимого коня, мальчика. Ну, все. Все. Семен Иванович, вот. Гляди-ка ровно. На, Макун, получай своего одра. И чтобы я тебя больше не видел. Спасибо тебе, председатель. А еще больше спасибо пацану. Кабы не он, сидеть бы нам тут до заутренне с тобой. Прощавайте. А ведь тебе, Семен, влетит от Догановского. Чего? Ой, влетит. У тебя в наличности 12 коней. 12. А в декабре будет? 11. А ну, как Догановский спросит, куда конь подевался, а? Мать честная! Уйди! Макун! Чего? Стой! Вернись, тебе говорят! Макун! А в синях ключей нету. Иди. Ладно. Поужинаем. Пойдем ко мне. Переночуем, у меня соломы много. Ну, хорошо. А утром определимся. Ох, и упрямый у тебя мужик, Настюха. Ты ему каждый день доказываешь, что он с придурью, а он не верит. Ладно, ладно, ты больно мудёр. Как Шевердяев сбежал, так и из колхоза на Сёмушку свалил. А вы твердо уверены, что Шевердяев сбежал? А может быть, с ним что-нибудь случилось? Ой, да кому он нужен? Чего несешь? Узнаешь скоро. Вырастала трава, трава шелковая, расцветали цветы, цветы лавровые. Дядь, гляди, какой цыпленок вышел. Цыпленок породный. Слепой только почему-то. Ну-ка, дай-ка сюда. Добрый свет, молодец, как на ём, как на ём, кудри русые. Глядит. Ма, гляди-ка, гляди. Никак к нам. Не бойся, за елку не раскулачит. Ну, пойди, открой. Ага. Добрый день. Здрасте. Не уступитесь порог. Мерси. Я из округа, из окружного музея. Вот мои бумаги. Простите, как вас величать изволите? Вера Алексеевна, вы знаете, у меня к вам просьба. Вы не можете рассказать, что случилось с имуществом имени Услада? В общем, могу рассказать, Вера Алексеевна. Я в их покое вхож был. Печи топил, когда из германского плена вернулся. Ну, каюсь, с 1 Услада. Поломанный фордзон. Что было, то было. А, бог с ним, с фордзоном. Мы хотим в музее создать две параллельные экспозиции. С одной стороны, горница крепостного крестьянина, а напротив, гостиная помещика. Как вы думаете, что-нибудь сохранилось? Да что вы, вряд ли. Вы у Потапыча были? У управляющего? Да. А разве он жив? А как же? А? Живет. У зятя, у Вавкина. Головой, правда, немного тронулся. Будете с ним беседовать? Про сундук не поминайте.
Может стукнуть. Про какой сундук? Про Макаревский. Дело давнее. Задумал Потапыч с зятем, с Вавкиным, схоронить во врагах сундук. Ну, с барахлом из услады. Закопать закопали. А место-то позабыли. Оба позабыли. И Потапыч позабыл, и Вавкин позабыл. Можете себе представить? Здравствуй, Потапыч. Вера Алексеевна, узнаешь? Матушка, вы ли? О, чудеса! Ручку извольте. Господи, сколько лет, барыня Огонь Догановская. Не Огонь Догановская, а Догановская. Эти гусарские клички оставьте. Просто Догановская. Догановская, Догановская. Наш председатель исполкома вам случайно не сродственник? Он пасынок мой. Я приехала к тебе, Потапыч, за помощью. За помощью? Кому-кому, а вам, Вера Алексеевна, грех не услужить. Что прикажете? Скажи, пожалуйста, что с усладой? Не извольте беспокоиться. Как вашего хозяина захоронили, пришла комиссия, и все шаболы описали. Описали и двери опечатали. И меня поставили хранителем имущества. Слава Богу. Ох, чего Бога славить? Все как есть растащили. Одна опись осталась. Извольте, съездим в усладу. Здрасте. Ой, тятенька, ну что ж ты, без опояски-то, будто татарина. Умаялся? Обожди, обожди немножечко. Сейчас я молочко просижу, самовар налажу, и тёлушку напоим, и тебя накормим. Моя старшая Настя. Может быть, и Настя нам поможет. Я чудом достала копию описи. Может, судьба хоть некоторых вещей вам известна. А чего нам бояться? Читайте. Верно, тятенька? Сёма, где ты там? Свету подай. Уйди. Ты чё принёс олух царя небесного? Тебя лампу просили, а ты чё? А ты чё рот разинул? Это мне барин на свадьбу подарил. Позабыл? Делать такие подарки так же нелепо, как, я не знаю, например, дарить одну калошу. А у вас второе есть? Вы что? Думаете, мы с папаней усладу растащили? Да если бы я его самовольно взял, разве стал бы его на чужих глазах выставлять? Мы сроду чужого не брали с Сёмушкой, правда? Сёмушка. Вы меня не так поняли. Я же не обыскивать вас приехала, товарищи. Если бы мы чужое добро закапывали, так мы пустую картошку не жевали. Уймись. Нет, берите, если признали, берите. Мы к этому привыкши, нас все берут. И молоко, и мясо, и яйца. Берите. Простите, пожалуйста, вы меня не поняли. Это же Дафна, нимфа. А другой канделябр изображал Аполлона. Он гнался за Дафной, Дафна спасалась от него и превращалась в лавровое дерево. Так они и стояли у трюмо по обе стороны. Боже мой!
что ж, Митик, давай начинать с тобой жить. Пока окончательно не окоченели. Согрелся? Согрелся. Ну, пошли. Здрасте. Здрасте. А вы, гражданка, по какому вопросу? Меня Семен Иванович прислали вам прислуживать. А он что, был трезвый или выпивший? Кто, Семен Иванович? Да, Семен Иванович. Трезвый. Ему Настасья пить не дает. Да вам-то чего? Ну, а вот вы пойдите и доложите Семену Ивановичу, что я не эксплуататор там какой-то, а слесарь 7-го разряда, и что все привык делать своими руками. Как скажете. Своими руками овчарню поломали. Точно. Не успел приехать, а вон уже дров наломал. Но что делать, в избе холод собачий, а вечером собираем здесь правление. Ну и как правление проводить будете? Путем как? Верно, я об этом не подумал. А вас величать как? Катериной. Ну что ж, Митька, набирай чайник снегу и приглашай тетю Катерину чай пить. Батюшки, у вас и воды-то нет. Ну и жильцов мне Бог послал. Мы только приехали, а вы ругаетесь. Ишь ты какой зубастый. А здесь хорошо, а пап? Дай оглядеться, наведем порядок. А где вы взяли примус? Вы что думаете, украла? Да я ничего не думаю, просто хочу знать, кому деньги платить только и всего. А Чугуевых принесла? А кроме поросятина? Подождите, подождите. А в каких отношениях вы с Чугуевым? С Иосифом Федоровичем? Угу. Да вам-то что? Живу я у них. Как живете? Хорошо живу. Вроде в батрачках. И по дому работала. И свой пай в товариществе имела. А когда товарищество Чугуева разогнали, меня к себе Игнат Шевердяев взял. В общем, хозяйка при Игнате жила. Здесь, в этом доме? А где же? Понятно. Игнат, значит, убег. Обратно, у Чугуева.
В общем, так. Забирайте всю эту музыку и верните своему хозяину. Как скажете. А может, и воду обратно в реку вылить, а? Ну, вы-то... Не держитесь, товарищ Катерина. Честное слово. Ну, неужели вы не можете понять простой вещи, что сегодня здесь, в этой комнате, будет решаться вопрос о раскулачке Чугуева? Какие благородные. Вы не только кулака, а и лампу ионную не уважаете. Я не знаю, в каком и чине, а только Чугуева два раза намахивались раскулачивать. И оба раза по зубам получали. Ну, это мы там посмотрим. А пока верните все, что взяли. Да как скажете. Только примус и лампа не ионные. А пока мистер Игнат Васильевич не объявился, я им хозяйка. А мясо? М? Да мясо нынче дешевле репы. Нынче и телят режут, свиней режут и овец. Раскулачки боятся. Вот это здорово. И дня не прошло, а она уж возле начальства. Ох, и влепила бы я по твоей симпатичной рожице. Давай-ка, Митя, распуши соломку. Накс, яблочко. Не хочу. Пускай его кулаки едят. Ну, как скажешь. Вот и маракую. Сказать ей про френч или погодить? Аж голова вспухла. Ну, это зависит от того, какие у тебя с ней отношения. Ну, отношений пока нету. Полный год с ей гулял, да все без толку. Баба огнеупорная. Распишемся, мол, вот тогда пожалуйста. А пока руки прочь от Китая. Решил расписаться. А она вдруг, ни слова не сказавши, собирает манатки и переезжает от Чугуева сюда. Вот в эту самую избу. Председателю нашему. Игнату Шевардяеву. Сидит и глядит на него, как сова. Не знаю, может, у меня родимые пятна капитализма не повывелись. Но первое время плановал я порешить его как-нибудь тихаря. Черт разберет этих баб. Полгода уж как пропал человек, а она ждет. Прям не знаю, что делать. Объявить, мол, пристрелили твоего Игната Васильевича. Так не поверит. Решит, что на ора поберу. Скорее всего, не поверит. Френч улика ненадежная. Что тебе в ГПУ сказали? Болтать не посоветовали. Это правильно. Неужели ты всерьез думаешь, что пчеловод пришил вашего Шевардяева и форсит себе по району в его простреленном френче? Обожди с выводами. Обождать бы можно. Да боюсь, как бы она... Кого другого не подманула? Без боя я ее не отдам. Ну, Покедова, вечером жди.
Ой. Знакомьтесь, Петр Алехин. Платонов. Алехин. Активист. Заведующий разумными развлечениями. А можно попросить вашего мальца протокол писать? Митик, давай. Здрасте, с кем не виделись? Здорово, Катерина. Здрасте. Дорогие товарищи, подмагните. Выгонять людей на работу, не имея физической возможности. Так на сегодняшний день в колхозе 7 дворов с мужиками, а остальные бабы с ребятишками. А чего баба одна может сделать? Даже... Ну, мужик, он хоть уровать может, а баба чего она унесет? Бахонцы-то не постучишь, ни почем во двор не выйдет. Роман Гаврилович, прими папку, будь такой добрый. Тут 93 бумажки. Хочешь считай, хочешь не считай, все тут-то. Ты... Погоди, погоди, Семенович. Председателя выберут на собрании. Обратно собрание. Возьмите, будьте такие добрые. А ежели не желаете, вот прикажите Емельяну, пущай он берет. Ишь ты, какой ловкий. Семена разбазарил. А мне отвечать? Правильно. Здрасте. Вешалку не ищите, товарищ секретарь. Здесь кулак Тихомиров обитал. Когда его раскулачивали, все гвозди повыдергивали. Так что кидайте на лавку. На войне, как на войне. О чем шум? Да вот, Вавкин, в председателях ходить устал. Ты что же, Семен Иванович, думаешь, что мы тебя, не попаривши, выпустим? Пока не завлечешь в колхоз как минимум полдеревни, сидеть тебе с этой папкой здесь или в другом месте. Господи. Да где же я 30 дворов наберу? Здесь, в Сядемке. Газеты читаешь? Ты знаешь, что в стране развернулась сплошная коллективизация? Неужели в самом деле ты думаешь, что вся Российская Федерация будет колхозной, и только одна Сядемка останется единоличной? Это ж курам насмех. Ты что, не слышал призывов партии, лозунгов? Тебе что, партия не помогает налаживать смычку? Вот она, смычка, налицо. Что вам еще не хватает, чтобы завлечь народ в колхоз? Нам бы пулемет и 4 винтовки. Это можно. Можно и танк подогнать. А в кого ты стрелять собираешься? А ни в кого. Припугнем, все побегут в колхоз. Сколько у тебя по списку, Семен Иванович? 11 дворов. Как 11? По данным на октябрь месяц у тебя 21. Мы подавали сводку. 11. А Клим Степанович велел еще 10 дворов завлечь. Ясно. Гора не идет к Магомету. Пойдем мы. И не будем греться у печки. Пройдемся по дворам. Одни с того края, другие с этого. Ровно на облаву. Че курить она на ночь глядя пугать? Я предлагаю беседовать с каждым единоличником отдельно. А вы что предлагаете? У нас, товарищ секретарь, не город, а деревня. У нас каждый на виду, и каждый каждого знает. А вот как бы вы пригласили к нам Чугуева по-хорошему, за ним огромная очередь выстроилась бы.
Так и знал, что Чугуева помянет. Твоего Чугуева из машинного товарищества поперли, позабыла? Плюс на раскулачку назначили. А кто назначил? Твоя Настасья? Ты народ спрашивал? Клим Степанович приказал, что мне спрашивать-то? Ничего он тебе не приказывал. Ты сам в район запрос посылал, чтоб Чугуева раскулачивать. А Догановский тебе его воротил. Воротить-то воротил. А трех кулаков представить требует, а где я их возьму? А ты сам себя за место Чугуева запиши. Какая разница-то? Если ваш Чугуев такой ангел, что же он в колхоз заявление не подает? Какое заявление? Ему кулачить наладились. А он тоже человек. У него своя гордость. Выйдем, Емельян, и ты, товарищ Платонов, подышим. Чугуева, народ уважает? Уважает. Мужик толковый. Тогда завлекай в колхоз. Любым способом. Делайте членом правления, обещайте председательство, а там поглядим. Грязноватая тактика. Революцию в белых перчатках не делают. А сплошная коллективизация... Революция. Тише. Здравствуйте. А Семен тут? Проходите, товарищ. Ага. Спасибочка. Разногласия забыть. Тащите Чугуева в колхоз. Ну ты что, Семен, подписал? А Пашихонов, зараза, коня не отдает. Почему? Не отдам. Вот. Почему? А потому, товарищ секретарь, что резолюция в июне должна быть наложена Швырдяевым, а она подписана Вавкиным. Катерина Васильевна, не сочтите за труд, сбегайте за Чугуевым. А вам, Макар Сафонович, мы поможем. Ага, благодарствую. Есть чистый листочек? Есть. Пиши, Митя, заявление. Я, Петров Макар Сафоныч, вышел из колхоза имени Хохрякова. Когда вышел? В июне 29-го. Так, пишем дальше. Поскольку я сознательный, трудовой бедняк, складно? Складно. Признаю, что вышел из колхоза с дурного ума. Пиши, пиши, Митя, с дурного ума. Прошу записать меня в колхоз снова. И даю слово. Да ты что? Очумел, что ли? Макар Сафонович, садитесь. Еще не дописали, а вы уже на дыбки. Подписывать или не подписывать, ваше право. Ой, на чем мы остановились? И даю слово. Не выходить из него до конца жизни. Да ты что думаешь, если ты секретарь, так я тебе любую бумажку подпишу. Эту подпишите. А вот и не подпишу. И ничего ты со мной не сделаешь. Ой, сделаю, Макар Сафонович. Ой, не сделаешь, секретарь. А знаешь почему? А потому что я с июня прошлого года уже вольный гражданин. Заявление об уходе с колхозу подписано лично Вавкиным. Не воротите коня? Калинину напишу. Не напишите, Макар Сафонович, не напишите. А? Потому что заявление ваше фальшивка. Верно я говорю, Семен Иванович. А почему фальшивка? Потому что и заявление, и резолюция на нем подписаны задним числом. А ты докажи, что задним. Что ж тут доказывать? Митя, ты этого дяденьку в июне знал? Нет. Мы с папой в декабре только в деревню приехали. Вот вам и доказательства. Покажите-ка ваше заявление, Макар Сафонович. А вот и не покажу. А вот это правильно.
Никому не показывайте, потому что это заявление ваше написано Митиной рукой. А дата на нем стоит июньская. И вы тоже, Семен Иванович, взяли грех на душу, пометили резолюцию задним числом. Ай-яй-яй, как некрасиво. Да у него даже заявления о приеме нет. А если заявлений нет, так почему мне коня не отдают? А? Смотрю на ваши руки, Макар Сафонович. Красивые, работящие руки. Сразу видно, наш трудолюбивый парень. Особенно трогательна ваша любовь к своему четвероногому другу. Как его звать? Мальчик. И имя прекрасное. Мальчик. Он сейчас в колхозной конюшне. Колхозный? А пошехонов зараза не отдает. Ну вот видите, какое ненормальное положение. Конь колхозник, а его хозяин единоличник. И давайте, Макар Сафонович, не будем терять времени. Ладно, мужик ты, видать, серьезный. Ага. Вот Чугуева председателем назначишь? Обратно запишусь. Нам Швырдяева все одно не дождаться, а лучше Чугуева не найдешь. А? Договорились? Договорились, целиком и полностью. Да, и вот еще что. Поскольку наша работа полный день на воздухе, нельзя ли мне через вас кожаный пиджак раздобыть? Ну что за вопрос? Конечно, можно. Я только для памяти запишу. Вот. Ну, бывайте. Благодарю. Минутку. А почему вы решили, что Шевердяев никогда не вернется? Ну, так его почитай уже с полгода, как никаких вестей от него. Пожалуй. Всего вам хорошего. Благодарю, благодарю. Да вы верующий, Федот Федотович. Вот не ожидал. Все мы верующие, гражданин секретарь райкома. Только я верую, что Бог есть, а вы веруете, что его нет. Здравствуйте, Каваня Елен. А вы, если не ошибаюсь, гражданин Платонов. Удивляетесь, что признал. У нас всяденьки на одном конце говорят, на другом все слыхать. Ваш сынок? В масть. Вы вроде человек артельный, общественный, а в последнее время замкнулись. С чего бы? Живу, как все. Против артельного хозяйства никогда не возражал. Вот и отлично. Сообщим товарищу Чугуеву, зачем мы его пригласили? Мы пригласили вас, потому что правление решило зачислить вас в колхоз. Меня? За что? Веселый вы человек, Федот Федотович. Что значит «за что»? От души поздравляем вас, Федот Федотович, со званием колхозника. А колхоз с ценным пополнением. Нам нужен ваш опыт, ваше имя, ваш авторитет. Вон оно что. Нет, гражданин хороший. Я на этой должности не смогу. У меня нос короткий. Разрешите удалиться? У меня там вар на углях стоит. Подписывай, сука! Прекрати ругань! Какой вар?
Вы меня не так поняли. Нет, я вас хорошо понял. А вот вы меня понимаете худо. Я подсадную утку на вашем театре сыграть не смогу. Можно выйти? Идите. С этим типом все ясно. А это правда ж не кулак? А кто же? Ты видел, как он от подписи отдуплился? Пузатого богатея мы уже уничтожили. А вот контрреволюционную душу как увидишь, каким рентгеном просветишь? Вот в чем сложность момента. Тебе чего, парень? Я это, лошадь хочу попросить. В сельсовет ехать. А на что тебе сельсовет? Че ты там не видал? С Веркой поедем расписываться. Ха! А тесть как? Смирился, корову подарил стильную. Врешь! Ей-богу, корова черная, морда белая, на глазу черное очко. Ярославка, звать княжна. Заходи, глянешь. Тимоха женился. Да как же это? Мужики, он же мал. Мал. А женилка, ты выросла. Ха. Ты, дед, проморгал вверх с хороводов. Вот он ее и подобрал. Дубанова, ты знаешь, небось? Ну? Вот его и наверху и взял. Дубанова? Николая Семеновича? Да как же ты, голоштаник, к такому козырному тузу пробился? Как засмелился-то? Да Верка сама прибегла, дедушка. У них там в хороводах всех под нуль стригут, в колхоз загоняют. Она не желает. Вчера тесть сам в гости приходил и корову пригнал стельную. Одну пригнал, а три оставил. Две осталось, третью зарезали. Выходит, помирились? Не серчает? Смирился, корову пригнал, благословил отцовским благословением. А что ж ты с коровой делать будешь? Ну как чего? Доить. Где ставить будешь? В избе. К весне на зиму накопим. Лев слепим. Николай Семенович обещал женой соломы на крышу. И будет у нас Верка свое хозяйство. А у княжны свои хоромы. Садик заведем. Стол в садике вкопаем. Ишь ты. А телок подрастет, лесопед куплю. Ну что, дадим ему лошадь? Конечно, дадим. Дадим чего? Надо. Ну давай, беги к своей Верке. Спасибо. Ну, поздравляю. Счастливой вам жизни, Тимофей. И с коровой вас поздравляю. И с будущим велосипедом тоже. А вот с тестем нет. Поладим и с тестем. Николай Семенович мужик свойский. Ошибаешься. Кулак не бывает свойским. Ну какой он кулак? У него сын красный командир. Командир командиром, а Николай Семенович кулак. Одну корову прирезал, другую подарил. Раскулачки боится. А ты сам заявление написал? Нет. Вот видишь, какой ты хитрый. У колхоза лошадь выпрашиваешь, а как записываться в колхоз, тебя нет. Подписывай. Молодец. Все, можешь идти. А что это? Ты что, неграмотное заявление о приеме в колхоз? Че? Какой колхоз? Не, мы не желаем. И Верка не желает, и чего я. Чего ты испугался? Не желаем. Счастливой колхозной жизни испугался. Верка не велела. Смотри-ка, даже побледнел. Не желаю. Корову отберете, а мы как? Порви бумагу, ну? Не пойду я в ваш колхоз, порви бумагу, говорю. Порви, я сказал. Послушай, Тимофей, никто на твою корову не покушается. Вступишь в колхоз. Как молодожен после раскулачки, будешь первым кандидатом на дом Чугуева. Ну да. Погодите, пойду Верку спрошу. Товарищ секретарь, зачем вы врете? Что? Забываетесь, Катерина Васильевна. Я, к вашему сведению, коммунист. Потому и врете. Все слышали? Завтра же направить ее в район.
Товарищ Вавкин, проследи. Растравила хозяина, она в расхлебывай. Я ее сам в район отвезу. Может, отобьемся. Никуда ее везти не надо. Хватит, по избам сегодня не пойдем, спать пора. Обождите. Я провожу вас. Папа! Папа! Не ходи с ней! Не ходи! Ложись, сынок. В ревность ударился. Бери стол для президиума. Скамейки и стулья оставь. Остальное вон. А это что за мешки? Гречиха вроде. А Вавкин дома? А как же. Велел не тревожить, доклад рисует. Не буду частнику! Хватит тебе молитву шептать. Поешь и ступай поросенка кали. Да, не придется, Настенька. Вот, бумага пришла. Из СССР. За убой скота до 2 лет лишения свободы. Во! Какого скота? К нам благодетель Догановский, Клим Степанович едет. А тебе не жмока, лишь бы вот этой бумаги листать. Тихо ты. Семен Иванович! Что в тебя? Здрасте. Что за мешки в читальне? Какие мешки? С гречки 15 мешков. Настя, что за гречка? А я почем знаю? Ступай, кали. Давай одевайся и давай за Катериной и Пашихоновым. Да где же вам Катерину-то возьму? Ее увезли. Куда? В район. Посыльный. Приезжал, пакет доставил, а ее забрал. Штатский? С наганом. И вам повестка. Да. Черт, ты быстрее не можешь. Она? Она. И вас, Роман Гаврилов, забирают. Да пока нет. Гляди-ка, 25-тысячник нам чешет. Че это он? Thank you.
Анька, принеси керосин. Лампу заправить. Поросенка колоть кто будет? Тебе надо? Ты и коли. А потом отсиживай 2 года. Вот оно постановление ЦИК. Читай. Возрадовался? Давай поднимайся, быстро собирай свои бумаги. Прибирай свои бумаги, я сказала. Ты что? Прибирай свои бумаги. Прибирай свои бумаги, сказала. Прибирай бумаги свои. Прибирай бумаги, без колченоги, без колченоги. Знаешь что? Знаю, кто ступай в хлеб. Ты не баба. Ступай в хлеб, я сказала. Ступай. Ты контрреволюция. Ступай. Что? Контрреволюция. На. Ты что, очумела? Я тебе дам. Глаз выжгла. Ой. Ну, обожди. Ой. Ну, обожди. Ой, Сеня. Сеня, ну, ой. Ну. Ой. Кашки дадут? Ты куда это собрался? На строительство подаюсь. На свирь. Там Акун говорит. Койкой обеспечивают. Вот тебя. А кто ж доклад за тебя говорить будет? Настасья. А у меня с ней все. Отшабашил. Баба она здоровая. Может, подберет кто-нибудь. А я больше не могу. Вон, а как. Все равно тебе на собрание отчитаться надо. Сбежишь, все одно найдут. Да и жену жалеть надо. А чего ее жалеть-то? Вы натура чуждая, кулацкая. Она в усладе в экономках жила. Знала, что немецкая, что французская. А потом они с Потапычем цельный сундук добра закопали, думали зажить фон баронами. А Швердяев тот сундук откопал и убег. И в итоге осталась она как та старуха у корыта. Так и ведьме надо. Ступай ко мне, доклад готовь. Сбежишь, ГПУ найдет. Худо будет. Ну! Пошла! Вам кого, товарищ? Я из колхоза имени Хохрякова. Прошу вас. Из Сяденьки. Утром к вам привезли Катерину. Какую Катерину? Ну, как вам сказать. Она член правления нашего колхоза. Ну, а завтра у нас как раз собрание. И я ее должен срочно видеть. Как фамилия? Платонов Роман Гаврилович. С 1920 года в партии. Я не о том спрашиваю, как фамилия Катерины? Ну, как вам сказать? Ну, она такая темненькая, глаза зеленые, может, серые. Нет, серые. Фамилию знаешь? Позабыл. А ты и кто? Никто. Я 20-тысячник. 25-тысячник. Вот мандат. У нас перевыборы. Я срочно должен выяснить, в чем она виновата, в чем. А ты член колхоза? Нет. Не понял. То есть, конечно, да. Ну что вы мне... Отпустили? Отпустили. А мы уж думали, посадили тебя за длинный твой язык. Слушай, а как твоя фамилия, а? Моя? Суворова. Боевая ты, Суворова. Бррр. А ну, садись. Ну!
Тебя зачем вызывали-то? Спрашивали. Кто да кто в Сядемке имеет огнестрельное оружие. А зачем это им? А кто их знает? Ну, ты сказала? Сказала. У Платоновых наган. А еще у кого? Больше ни у кого. Значит, больше ничего не спрашивали? Больше ничего. Френч вынесли. Велели признать. Признала? Признала. Игната Френч. Игната Шевердяева. Не обозналась. Убили Игната. Пуговица ивонная. Какая пуговица? Она Френчи. Пуговица у него оборвалась. Он взял фанерку, вырезал другую. Вырезал и покрасил. И ты отличила? Агент отличил. Ножичком надрезала она. Фанерная. Убили Игната. Обожди, ну а другие пуговицы? На спине три дырки. Застрелили. Ты не плачь, не плачь. Ты... Нет, ну Френч еще ничего не доказывает. Таких Френчей вон тысяча. Надо этого пасечника пощупать. Да чего его щупать? Все им известно. Пасечник... Да был этот Френч у Барейтера или Берейтера. Шут его знает. В общем, в цирке работает. Пасечник выменил его на мед. А Барейтер, да был его в поезде. Галифе отдал. Френч взял. Концов нет. Ну, ничего, ничего. Ты не плачь. Ты не плачь. Не плачь. Что значит ничего? Ничего. Ты не плачь. Кому ничего? Тебе ничего. А мне это чего? Пошел! Ну! Пошел!